Всем привет! Опять мы в Стокгольме. И вот гуляя вечером по Стокгольму, я увидел вот такие прелестные скульптуры, если это можно назвать скульптурой. Лосей. Вот видите, я бы назвал так скульптурную группу из 6 лосей. Они все сделаны из лампочек. Они включаются только вечером. Достаточно красиво, симпатично, необычно, ну просто красиво. Такая вот, понимаешь, скульптура городская в Стокгольме. Вот и все, хотел вам просто показать. Пока-пока.